Какие жанры есть в драме? Давайте разберемся всего за одну минуту. С драматическими жанрами проще всего, потому что их всего-навсего три. Комедия, трагедия и драма. Комедия. Из названия уже нам понятно, что персонажи и их характеры будут высмеиваться и преподноситься нам комически. Комедии также различаются как сатирическая, это, например, «Недоросль фон Визина» или «Ревизор» Гоголя, «Высокая» «Горе от ума» Грибоедова и «Лирическая» «Вишневый сад» Антона Павловича Чехова. Трагедия всегда заканчивается гибелью главного героя, она наполнена страданиями и переживаниями. Гамлет вам в пример. А что же драма? Конфликт в драме не трагичен и зачастую разрешим. И главное отличие от трагедии в том, что она строится не на античной теме, а на современной, создавая тем самым нового героя. Какую тему вы бы хотели разобрать завтра? Пишите в комментариях.